Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В гимназии «Перспектива» в волейбол играют перспективные спортсменки за кубок главы Самары. Местная команда в синей форме, 22-я школа в черной. Они прошлогодние чемпионки Советского района. В городском суперфинале им не повезло, заняли только второе место в группе. И за главный трофей побороться не смогли. В этом сезоне формат соревнований изменился. По итогам районных состязаний будет сформирована сборная. Девчонки любят спорт. И волейбол – это такая интеллектуальная игра. Девочки какие-то комбинации делают уже. И пас за голову, и взлеты могут сыграть, метровочки. То есть уже игра более такая интересная. И они, это увлекает их, понимаете? Это командная игра. Первую игру отборочного турнира в Советском районе команда гимназии «Перспектива» по партиям проиграла 0-2. Тренер Людмила Позднякова не расстроилась, ведь она ставит для себя не ежеминутную задачу выиграть турнир, а работает на перспективу. У меня команда любителей. Команда «Перспектива», которые в основном учатся. У них на первом классе учеба, а потом спорт. Девочки занимаются некоторые только полтора года, 7-й класс. Поэтому надеюсь, что они подтянутся. Их вышка в волейболе – это играть за школу, за университет, в будущем играть в любительской лиге. Турнир Советского района проходит в 2 дивизионах – мужском и женском. У юношей 4 команды, у девушек 3. За места в сборных командах сражаются школы 22, 67, 114, 166 и «Перспектива». Лучшие волейболисты сыграют в суперфинале 9 по количеству городских районов за кубок главы города. Девчонки умеют играть. Вот спасибо, как говорится, энтузиастам у нас. Вот Борис Константинович, преподаватель СОЖ номер 22, фанат этого дела. Вот здесь вот Позднякова, «Перспектива», тоже фанат. Волейбол на достаточно хорошем уровне. На определение составов сборных команд районов Самары Федерация волейбола дает 1 месяц. Финал 9 Кубка Мэра пройдет 20 апреля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.